Это история 6-летней девочки. Ты все сама на хозяйстве? Как тебя зовут? Кука. А родители твои что? Работают. А кто-нибудь вы? Водолазы в Африке. Очень далеко. Она совершенно одна в этом большом мире. Но однажды она встретила Лену. Ой, девочка. И ее жизнь изменилась. Ты что, совсем одна здесь живешь? Маленькая. Девочку из определенного места жительства отправили в соцприемник. Что вы наделали? Где теперь ее искать? Кука. В субботу, 30 января на ТВ-1000. Русское кино.